Сделать территорию областной столицы еще чище и благоустроеннее помогут предприятия и организации города. Губернатор области Николай Меркушкин поставил задачу руководителям предприятий расширить зону ответственности и навести порядок не только на закрепленной территории, но и на других участках города. Особое внимание улицам, которые носят имена героев Советского Союза. На встрече с представителями крупных предприятий города глава администрации Самары Олег Фурсов особенно подчеркнул: город – это общее достояние и общая ответственность. Город – это общее наше с вами достояние, но наша общая ответственность. Я думаю, что задачи, которые стоят перед облагораживанием облика города, задачи по его развитию, по приведению в порядок – это не только задачи власти, задачи каждого гражданина, каждого руководителя предприятия. Месячник крайне важен, и не только потому, что 70-летие Победы приближается, да, а просто потому, что мы здесь живем. Да, и мы должны с вами жить в чистоте, дети должны воспитываться в чистоте, в порядке, в определенной культуре. В первую очередь предприятиям предстоит убрать прилегающие участки. Проверки городской административно-технической инспекции по благоустройству показали, даже крупные предприятия не всегда убирают закрепленную территорию. Если говорить об основных причинах этого явления, значит, по докладам инспекторов, на всех объектах, которые нами вот здесь показаны, отсутствует соглашение с администрациями районов о содержании территории. Глава администрации Олег Фурсов напомнил, содержать прилегающую территорию в надлежащем состоянии – обязанность организаций. Их руководителям надо работать в тесном контакте с районными администрациями, которые помогут в организации уборки. Районы возьмут на себя вывоз собранного мусора. Для этого у них есть ресурсы. Представители заводов пообещали активнее участвовать в уборке областной столицы. Некоторые предприятия ежегодно помогают самарцам наводить чистоту на улицах, в парках и скверах. Не останутся в стороне и на этот раз. Мы традиционно выходим на очистку территории самого завода и прилегающей территории. В том числе мы выходим на город. Итак, у нас есть две площадки. Это Октябрьский район. Администрация города прилагает все усилия, чтобы вопрос чистоты города вышел на новый качественный уровень. В этом году в центральных районах Самары отказались от использования песко-соляной смеси. Это положительно сказалось на состоянии улиц после зимы. Выведено более 600 тысяч тонн снега, что на 60% превышает показатели прошлого года. Закуплены 52 единицы спецтехники, которая станет подспорьем в работе городских служб. Ежедневно на улице выходит более 150 единиц спецтехники, 3500 работников служб ЖКХ и благоустройства. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков. События.